На сегодняшний день санврачами было взято порядка 45 проб воды и прибрежной почвы на территории Самаркандского водохранилища. По заверениям специалистов, все санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели оказались в норме. Кроме того, воды Самаркандского водохранилища проверили и вирусологической лаборатории Национального центра Карагандинской области, в которой также все пробы оказались отрицательными и вирусов обнаружено не было. Между тем, специалисты советуют не расслабляться и рекомендуют купаться лишь в установленных для купания местах. При этом соблюдать все меры предосторожности. В 2014 году у нас зарегистрировали случаи серозных менингитов в целом по республике, в том числе в нашем городе, которые были связаны именно с купанием в открытых водоемах. Поэтому хотелось бы сейчас предостеречь жителей о том, что не исключено заражение при купании в водоемах, при заглатывании воды, поэтому необходимо самим соблюдать некоторые меры предосторожности, обучать своих детей, говорить о том, что при купании не заглатывать воду открытых водоемов.